О, неужто свежий воздух? Слышу, и птички поют, и немного дождик капает. Прям запах свободы, как у Байдена в кабинете. А что это вы меня на экскурсию вывели, да? Или что? Ты же говорил, Ахмат Цилла. Говорил, конечно. Говорил. Ты же хотел батальон на Ахмат. Безумно хотел. Моя мечта всей моей жизни. Вот. Мечта исполнилась. Что, правда? Да. Обалденно. Крутяк. И что будем? Давить врагов? Гасить нацистов? Фашизм. Погодите, а в качестве кого? В качестве кого? Сейчас все узнаешь. Ребят, погодите. Не-не-не-не-не. Ребят, ну, пожалуйста. Ахмат Цилла. Ахмат Цилла, ребят. Ахмат Цилла. Ребят, ну, пожалуйста, вы что говорите, что... Он что, мертвый, что ли, уже? Не-не. Господи. Слава России! Байден! Старый ты пердун! Байден! Байден, сучара старая! Нет! Ha, 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 ha.